Всем доброе утро, девочки, мальчики. Хочу вам показать кусочек дома. Вот этот вот кристалл соли, память из Солидара. Зорода, которого уже практически нет. Ну, это мы были на экскурсии в Солидаре. Взяли себе на память такие кусочки. Он у меня на кухне хранился в Мирнограде. Вот, я его сюда привезла. Последний раз, когда я была в Мирнограде, Димитров раньше город назывался. И вот это самое. Забрала его сюда. И сегодня он, вчера, вернее, распаковывала там еще кое-какие-то эти коробочки. Не распаковывала, смотрела. И он... И нашла этот кусочек. Думаю, боже. Кусочек. Воспоминания, да. Солидар. Артемовск. Были мы на экскурсии. В соляных шахтах. Видео есть у меня на канале. Вот. Дай Бог, чтобы уцелел наш город. Дай Бог. А это мой этот... Видите, утро. Полуночник пришел. Так, сейчас буду слаживать кровать. Ангелочек. Спит, как ангелочек. Всю ночь прогулял. Да, конечно, на мамину кровать. Ну, хорошо, хоть в ногах. Вот тут у меня лег. Господи. Шерсть сразу. И вот еще, девочки, у меня частичка дома. Вот это вот из Солидара тоже. Соляная лампа. Что я купила. Да. Сколько там было ламп красивых. Наш богатый Донецкий регион. Ничего, все будет хорошо. Надеюсь, не знаю, что шахту, наверное, разбомбили, все. Города нет, конечно. Ну, будем надеяться на лучшее. Вот так вот, все. Всем мира и добра.